Дети — это, в принципе, самое важное. Они сильно круче нас. И все время хочется сделать как-нибудь так, чтобы это, ну, не испортилось по дороге. Чтобы они доросли и все равно были круче нас. «Техника мечты» — это сериал исследования, в котором мы рассказываем о том, как мечта переходит в действие и становится чем-то ощутимым и видимым. В этой серии мы рассказываем о Юрике Якубове и проекте «Маленький гараж». Это мастерская, в которой дети с родителями сами создают игрушки. Маяки, канатоходцы, ходули и неопознанные летающие объекты. Юрик и команда «Маленького гаража» учат детей работать со станками в мастерской «Гаражхаба». Помогают маленьким инженерам пройти весь цикл создания игрушки. Сначала это был обычный кусок фанеры, а теперь смотри, он летает в воздухе и ходит по канату. «Маленький гараж» — это то, что было у меня в детстве, и чего я не наблюдаю у детей своих друзей, знакомых, родственников. Это место, где можно прийти и сделать руками ту игрушку, которую ты сам себе хочешь, а не выбрать ее из каталога. Это совершенно какой-то забытый для меня, например, назовем это взрослым состоянием, да, это этап вот этого моментального addiction, когда ты сделал какую-то вещь, и ты не можешь от нее отойти, ты используешь ее все время. И если ты идешь есть, то ты ставишь перед тарелкой штуку, которую ты только что сделал, да, если ты ложишься спать, она лежит у тебя возле подушки. С нашими игрушками так работает. В какой-то степени это история про то, что ты вообще не ограничен ничем. Ты создаешь вокруг себя то пространство и ту реальность, в которой тебе хочется участвовать. Ну, почему мы никогда не делаем игрушек какого-то, вот все должно выглядеть вот так? Да не должно, конечно. Если ребенку кажется, что здесь должны быть рога, значит, тут должны быть рога, и чем больше, тем лучше. Если ребенку кажется, что надо красить это в оранжевый, то сейчас это будет оранжевая елка, не важно что. Это история про опыт создания